ты в этом сезоне сыграно в АБЛ. Давид, да, собственно, кольца, это Утенков. Берет Вестчестера. Давайте состав вам представим. Гатин лезет под кольцо. Плюс два. Гатина не остановить, конечно, да. С прошлого матча прямо Сергеев не точно. Сергеев сегодня шутинг-гард. Ну или даже смол-форвард. Не знаю, как все по позициям сказать. Но просто, ну, должно Улстар поехал от Вестчестерниц. Кунакович 3 есть, забивает сейчас. Дмитрий добавил очки. Жестко. Да, это жестко, не попал сейчас. Жестко и бросает еще раз. Вот и есть. Два очка добавлено. Смотрите, может быть, заслужит сегодня он звание стрик. Это то самое легендарное звание. Бандурин бросает и не забивает со средней. Кунакович с подбора не забивает. И с подбора добавляет ровно таким же броском Егор Гатин. Панин. Передача на Сергеева. И Николай 3 кладет. Таким образом свою команду не просто приближая. Матвеев. Забивает из-под кольца. Два очка добавляет. Принес. Здесь Терникс, это возможность реализована моментально. Сергей забивает один штрафной. Может быть реализована моментально. Сергей забивает один штрафной. Может быть еще и второй. Есть штрафа. Первый шаг. Атаку. Проходит. Си-41. Добавляется от кольца, ругатель. Смотри, вот так. Ну, это побыстрее. Первому номеру в этом план. Первый день. Первый план. Первый день. Браток сейчас от Черменева. Черменев забивает. Друзья, у нас сейчас звук. Бросает Косько из-под кольца. Там очень много сопротивления от Матвеева. Это end one. Сейчас вперед выходит Вестчестер Никс. Вам кажется, что Вестчестер должен был здесь просто отлетать с первых минут. Но Косько забивает. Ну, правда, на самом деле, не подумайте, что я как-то против Вестчестера, там-то против Вестчестера топлю или что-то вроде этого. Да нет, просто, правда, скажите, два, это end one. В ответ end one от Шостка. Ну, вы сразу понимали в начале, тут не все игроки у команды Вестчестер Никс могут противостоять индивидуальным скиллам отдельно выбранного игрока Пламберс. Ну, может, и Шал. Утенков, передача на Панина. Панин легчайше завершает. Какой пас? Великолепный пас. Это хайлайт 100%.